Всем привет! Хочу вам рассказать, каким образом положить вклад в денежное облако, как это сделать на сайте и как оплатить Perfect Money. Я уже здесь зашел, вот у меня тут тестовый вход, и сверху у вас появляется кнопка «Вход в кабинет». Нажимаем кнопку, видим здесь разнообразную статистику. Давайте сейчас сделаем вклад и потом посмотрим, как это отразилось в статистике. Нажимаем «Сделать вклад». Вписываем минимальную сумму. Если вы не реферер, потому что только с суммы $150 вы можете набирать рефералов. И нажимаем «Послать в облако». Здесь вам вылезает предупреждение о том, что 50% начислится сразу, и с них будет 1% тикать на выдачу в день, да? А остальные 50% доначислится вам в течение месяца. Здесь я подробно это объяснять не буду, это нужно просто понять один раз. Это отличный регулятор на вход средств. И здесь с этим нужно либо согласиться, либо не согласиться. Если вы согласитесь, вы согласились, нажимаете кнопку «Депозит», вас отправляет на Perfect Money, на плагин. Значит, делаем, нажимаем «Сделать платеж». Здесь вбиваем ваш номер вашего аккаунта в Perfect Money. Вбиваем пароль. Значит, капчу. Так, ну, как обычно, тут у меня некоторая защитка стоит маленькая. Так, значит, подтверждение платежа. Соответственно, мы видим, что $5, вот они упали в облако, а остальные $5 разделились на 4 недели по $1.25. Видите, у вас здесь есть график, когда эти деньги, они будут начисляться постепенно на счет. Но вот к этим числам вот эта вот сумма будет ровно находиться на вашем счете. Соответственно, со 2.05 у вас уже будет начисляться, то есть просто прибавится эта сумма, и с нее уже будет начисляться и 2.76 в день, и потом 1% с общей суммы. Смотрим транзакции, видим, что вот транзакция данного платежа. В моих партнерах находятся, значит, рефералы по трем линиям, но тут у меня никого нет. Значит, смотрим мои вклады, это посмотрели, смотрим обзор. В обзоре показывается, что, видите, в облачном фонде $5, ожидает зачисление $5. То есть все четко и понятно. Значит, в настройках здесь, видите, автоматические выплаты. То есть, если вы нажали эту галочку, по умолчанию она стоит, то каждый день вы будете получать по 1%. Если вы эту галочку сняли, то это означает, что у вас будет набираться сумма, а 1% автоматически начисляться не будет. Таким образом, вы можете просто набрать большую сумму, чтобы потом получать 1%. Я готов подключить API. Это функция для того, чтобы использовать ваш кошелек для участия в самом денежном облаке, то есть для хранения средств. Значит, с этим чуть позже будет объяснено, но такая функция уже реализована. Так. Ну вот, собственно, и все. Соответственно, вкладываем средства, не боимся.
Это долгосрочный проект, и здесь все должно быть четко и понятно. Все, всем спасибо, пока.